Ой, пингвины какие. Стоим тут, смотрим на пирата. Смотри, сыночек, идут. А какая у него роза ракеты? Красавчик. Просто. А, телепорист. Он сейчас пиратый. А, золотой ключик. Палку-то не надо. Урод, на том убили ее. Ну зачем ты это делаешь? Надо. Надо. Когда возьмешь, там не все попадает. Ага.
особо искусства, студии эстрадного вокала «Диез». Дорогие друзья, праздник наш продолжается. Евпатория на три дня стала самым сказочным городом, даже, наверное, боюсь сказать, не только Республики Крым, а, наверное, нашей всей большой России. Дорогие друзья, вчера у нас состоялся парад «Карнавал».